Итак, доброе утро, дорогие друзья. Продолжаем изучать Тору. Сегодня 5 Тишре. 5 Тишре – это по обычному календарю 30 сентября. Как раз мы находимся посередине между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром. И продолжаем посередине 10 дней раскаяния. Называется сейчас период Асерет Ямей Тшува. То есть от Рош ха-Шана, когда вынесен приговор, и до Йом-Кипура 10 дней Бог находится в состоянии царь, да, царь, который судит мир. И вот сейчас как раз происходят прям такие удивительные, в этом году происходят невероятные удивительные процессы в мире, которые просто переворачивают вообще все наше восприятие. На моей жизненной ситуации я думал, что пандемия это изменение было, это было реальное изменение миропорядка, но то, что сейчас происходит, это просто ну, невероятно. Мы живем в... Правда, если так посмотреть, и 90-е годы это было изменение миропорядка. Потом сейчас вот изменение миропорядка опять такого на своих глазах. Интересно наблюдать за изменением миропорядка. Интересно наблюдать. Хорошо. Значит, и так как мы знаем, что Бог управляет миром, и мы знаем, как этот миропорядок работает... как, вернее, работает высший порядок, который управляет низшим порядком, то мы в это время занимаемся тем, что тшува. Асерет Ямей Тшува, 10 дней раскаяния. И книга Айом-Йом, которую мы изучаем, сегодня нам продолжает вот эту серию. Помните, началось все с того, что Магид из Межерича, ученик Бааль Шем Това, сказал своим ученикам, что нужно вернуться, сделать тшуву к Богу всем сердцем. И ученики его, когда спросили, а что значит вернуться к Богу всем сердцем, он сказал, что нужно понять, что Бог, Творец мироздания, тот, кто все сотворил, и само это мироздание, Элоим, Всесильный, которое работает, казалось бы, как некий механизм, который принято называть Тева, природа, Вселенная, все силы вместе, что по факту это все равно это Бог-Творец. Бог-Творец, который выразил себя в этом мироздании. И осознать это и понять, это и значит вернуться к Богу. То есть вернуться к Богу. Ученики очень взволновались, и ученик его Зуси, рэб Зуси из Аниполя, он сказал, я, говорит, общую концепцию мне тяжело уловить, но я ее разложу на 5 составляющих, на 5 шагов. И выполняя каждый шаг, я тогда сумею достигнуть вот этого слияния, этого осознания со Всевышним. И он разложил вот это слово «тшува», «возвращение» на 5 шагов, 5 этапов. Первый этап он взял отрывок из Торы, который говорит «Тамим тиеи машем элокейха». «Будь наивным, бесхитростным». «Тамим» — это вчера такое слово я использовал, я забыл, которое мы изучали. Есть слово в русском языке, которое вот я вчера его говорю, такое слово я в жизни его не использовал, переводят «тамим». В общем, Авраам Авину, он был первый вот этот вот там, то есть он в глубине своего сердца беспорочный. Там им перевели там беспорочный вчера. То есть он прямо всем сердцем, там им тебе, Маша Малакеха, будь беспорочным, наивным. Вот прямо просто вот Бог и все. Это первая буква в слове тшува, раскаяния. Вторая буква, сегодня мы как раз разбираем. Краткое изложение объяснения второго пути возвращения к Богу. Значит, буква Шин, вторая буква в слове Тшува, она, это первая буква в отрывке, которая звучит так. Шивиси ашемли нагди тамид. Этот отрывок взят из псалмов, из псалмов царя Давида, Тейлим. И царь Давид, он говорил, шивити ашем ли нагди тамид. Всегда представляю я Бога перед собой. Теперь вот этот Бог, там в этом отрывке, Шивиси Ашем, это имя, которое записано, это четырехбуквенное имя Творца Мироздания, непостижимого Творца. И как это представлять себя перед Ним? Вот сегодня нам объясняют этот принцип, да, второй путь возвращения к Богу. Значит, это звучит так, что Бог, вот этот Творец, Он обеспечивает вот этому мирозданию, творению всесильному, ну, себе же, грубо говоря, только в проявлении всесильной, Он обеспечивает себе же существование через ежесекундное возобновление мира, создание мира из ничего
в мироздание. Например, вот мы привыкли жить при свете, да, солнечный свет. Человек проснулся, солнце. Он думает, о, солнышко, отлично, классно, там, если это лето, можно позагорать. Зимой там его меньше видно, но свет дает. И растения солнцем питаются, и потом, ну, то есть солнце это важно для нас. А как, откуда этот свет берется? Оказывается, на солнце происходит постоянная термоядерная реакция. Сотни термоядерных взрывов, типа как атомные взрывы, постоянно взрывается вот это вот солнце. И эта энергия вот этих взрывов доходит до нас в виде лучей. Эти лучи просеиваются сквозь атмосферу. И просеянные сквозь атмосферу до состояния, что они не убивают, ну, только чуть-чуть можно обгореть, если долго посидишь на солнце, они доходят до нас. Получается, что для того, чтобы мы воспринимали солнечный свет, на солнце должна происходить постоянная термоядерная реакция, постоянные ядерные взрывы. Теперь, значит, а здесь говорится так, что Всевышний для того, чтобы существовали миллиарды солнц, которые являются звездами, и вся эта Вселенная, он ежесекундно обеспечивает существование миру и всему сотворенному. Что все сотворенное было создано и поддерживается в состоянии бытия, да, существования, благодаря переходу из состояния ничто в состояние нечто. На таком пути возвращения к Богу человека ведет эта идея, которую он постоянно держит перед глазами. Концепция существования мира и всего, что его наполняет. То есть, если ты понимаешь, что весь этот мир возникает ежесекундно, не твой мир, а мироздание, все мироздание возникает ежесекундно из-за того, что Бог переводит ничто, то, чего нет, в состояние энергии, откуда берется энергия? Это Бог. Бог дает существование всему миру. И когда ты эту концепцию, как царь Давид, он всегда держал эту концепцию перед, как бы перед глазами, да? Понятно, что Бога ты не можешь воспринять. Творца мироздания, который дает энергию всему мирозданию. Солнце – это одна из песчинок в этом мироздании. Теперь, но если ты понимаешь, что есть Бог, который сотворил все это, и все это держит, ежесекундно возобновляет, вот это второй путь к тшуве, да, к раскаянию, к возвращению к Богу. Первый путь – это искренне быть с Богом внутри себя, да. Это путь был Авраама. Ну, я, честно говоря, вчерашний путь не сильно понял. Сегодняшний путь я понимаю второй, да? То есть, когда ты держишь всегда эту концепцию внутри, перед внутренним взором, да, она перед тобой, то все, что происходит в этом мироздании, ты видишь как проявление Всевышнего. То есть, все тогда, если ты видишь ту идею, которая находится как бы за этим всем, или внутри этого всего, или все возникает из этой концепции, из этой идеи, то тогда ты постоянно привязан ко Всевышнему. То есть это второй путь к тшуве. У нас еще осталось три пути. Значит, завтрашний путь, давайте пройдем сегодня завтрашний путь, так как в шаббат урока не будет. Значит, третья буква ВАВ. ВАВ – это буква, первая буква в отрывке из Торы ВАВ ТАЛЕРЕХА КАМОХА – «Возлюби ближнего, как себя». И третий путь к тшуве, к возвращению к Богу – это «возлюбить ближнего, как себя». Это видеть в каждом божественное проявление, и доброе, хорошее отношение к людям равно любовь ко Всевышнему, возвращение ко Всевышнему. То есть нельзя сказать, я вернулся ко Всевышнему и при этом не любить людей. Нельзя сказать, я вернулся ко Всевышнему и при этом не быть добрым. Да? Это невозможно. То есть это не называется вернуться ко Всевышнему. Потому что Всевышний сказал «Ваавта лиреха камоха». «Возлюби ближнего, как себя» открывает путь к любви. Любовь открывает путь «Ваавта это Шем Элокеха» – «Возлюби Бога Всесильного твоего». И нельзя любить Бога и не любить ближнего. Понятно, да, идея? Если ты любишь ближнего, тебе легко любить Бога. То есть третий путь к раскаянию – это «Ваавта лиреха камоха» – «Возлюби ближнего, как себя». Это путь непростой, и поэтому мудрец Гилель, его нам очень чуть-чуть его, переформатировал и сказал нам, что то, что ненавистно тебе, не делай ближнему, тогда ты не ошибешься, потому что возлюби ближнего как себя, тут много ошибок. То, что ты любишь, ты пытаешься навязать Всевышнему и даешь ему то, что ему не нужно вообще, да? То есть ты хочешь ему дать то, что ему не нужно вообще, и тебе кажется, что ты его этим любишь.
И на этом пути очень много можно наломать дров. Теперь, но если ты хочешь этот путь действительно научиться его выполнять, то ты берешь и говоришь, я не буду делать другому то, что не хотел бы, чтобы делали мне. И ты просто не делаешь другому то, что не хотел бы, чтобы делали тебе. И это путь, в котором ты, да, может быть, ты не выполнишь каких-то вещей, но ты точно не нарушишь. Потому что когда ты делаешь другому то, что ты любишь, ты в 99% случаев ты нарушишь. Ты нарушишь, и ты дашь ему не то, что ему нужно, и он может на это еще и обидеться. И ты хотел сделать, возлюбил ближнего как себя, а получилось, что, знаете, как вот пьяный человек, который начинает обнимать супружеские пары на улице. Он как бы их любит как себя, он хотел бы, чтобы его сейчас кто-то обнял, но получается драка, скандал и конфликт. Другой, например, да, возлюби ближнего как себя. Один там последователь Вим Хофа, он реально любит холодную воду обливаться, прям реально он понимает, что это классно, это жизнь. И он начинает обливать других людей холодной водой. То есть, понятно, на этом пути ошибки неминуемые. А вот не делая другому то, что ненавистно тебе, значит, вот этот вот любитель холодной воды, он не любит, например, чтобы ему навязывали какие-то идеи о том, что это вредно. Значит, он не навязывает другому свою идею о холодной воде. Вот этот пьяный, который хочет любви, но он не любит, чтобы к нему кто-то приставал и говорил ему, что он должен сейчас делать. Так он не будет это делать тогда другим людям. То есть на этом пути у тебя не может быть ошибки, если ты выполняешь заповедь «возлюби ближнего как себя» через призму совета Гилеля, да, не делай другому то, что ненавистно тебе. И ты выходишь на ситуацию, что тот, кого любят люди, того любит Бог. То есть, если ты никого не обижаешь, если ты никому не приносишь, неприятных эмоций, то люди, соответственно, тебя любят. И, а раз люди тебя любят, значит, тебя любит Бог. Это третий путь возвращения ко Всевышнему. Не навязывать другим и не делать другим того, что ненавистно тебе. То есть никак не ущемлять свободу другого быть собой. Да? Ну, то есть не залазить на пространство другого человека, его не критиковать, и даже с лучшими побуждениями. Обычно же критика, она всегда с лучшими побуждениями. Критика, она только для того, чтобы улучшить. Но в итоге эта критика в 99% случаев разрушает отношения и ранит того, кого критикуют. Все, вот мы уже прошли три пути. Значит, в воскресенье с Божьей помощью мы пройдем четвертый путь и пятый путь. Давайте вспоминаем, потому что сейчас здесь не раскаяние, это очень важно. Первый, нужно быть томим с Богом, беспорочным. Я не помню, что это. Вчера мы изучали, но для меня, честно, этот путь не открылся. Да? Что такое быть беспорочным и томим? Второй путь мне понятен. Шивися ашемлина где томит, представляй Бога всегда перед тобой. То есть, если ты видишь мироздание и Творца мироздания, и понимаешь, что все это мироздание – это проявление Всевышнего, сама эта идея заполняет большую часть твоего интеллекта, и тогда у тебя, знаете, как солнце, свет, он убирает тьму, то вся эта идея, вот эта идея про Бога, она убирает изнутри тьму и ошибочное мировоззрение. И третья мне понятная идея, «Ваавтали рэха камоха» непонятно, а вот «не делай другому того, что не хотел бы, чтобы делали тебе», мне более понятная идея. Хорошо, значит, понятно, но от понимания до выполнения огромный путь. Зато у нас сегодня очень короткий совет из книги «Обретение неба на земле». Очень короткий, но легко выполнять. То есть это именно лимаасе, как вот можно его услышать и сделать. Значит, говорит нам эта книга от имени Любавического Рэба через призму восприятия раввина из Канады, который выбрал 365 идей Рэба, как обрести небо на земле. Сегодня совет простой. Если хотите увидеть лицо Машиаха, вот кто хочет увидеть лицо Машиаха, да, я думаю, что многим хотелось бы увидеть лицо Машиаха и радоваться Машиаху, то есть это уже символ того, что наступило божественное присутствие. Знаете, что нужно сделать? Просто посмотрите на детей. Просто посмотрите на детей, и вы увидите лицо Машиаха. На маленьких, хорошеньких деток, которые играются, в которых проявлено божественное присутствие наиболее явно.
Кстати, сегодня вот мне только что сказали, у одного раввина, у него внук вот умер сегодня, 7 лет, мальчик, он был, ему пытались его спасти, в Америке делали операцию, потом здесь в Израиле, и чтобы была Лейлу Нишама этого мальчика, я не знаю даже как его зовут, но чтобы его душа поднималась, и в 7 лет он ушел из этого мира в духовный мир, и я могу сказать, что это когда мы видим вот такие, это тоже проявление Всевышнего, то есть он вышел из этого мира, мы верим, что он ушел в другой мир, что ему там будет очень хорошо, что он еще никогда не грешил, потому что до 13 лет считается, что все, что делается до 13 лет, это делается неосознанно, и это не может считаться вообще грехами. А потом интересно, это очень интересная деталь, с 13 до 20 лет, то, что делает человек грехи какие-то, да, ему это все записывается, подвешивается на нем, но его за это не судят, потому что то, что он делает, это он делает неосознанно, он еще не может осознавать и управлять собой, ну, как это делают взрослые люди. И только с 20 лет, если он продолжает это же делать, тогда это уже ему идет раздача за все предыдущее. А до 20 лет знают, что он еще нар. Нар – это, ну, как бы, на иврите нар – это трясущийся. То есть подростки, у них еще их модель мира, картина мира, система убеждений, система правил, принципов, она у них еще не устоявшаяся. И даже если он что-то делает, то он может завтра перестать это делать, а послезавтра начать делать что-то другое. И то, что он делает, это не является его как бы осознанным решением, а является его попыткой создать мир и осознать, где он в этом мире, какой он в этом мире, как все работает. Вот. Поэтому, если мы хотим увидеть лицо Машеха, мы найдем играющих, веселеньких, маленьких деток, посмотрим на них и увидим лицо Машеха. И сегодня очень короткий отрывок в недельной главе Ваелех. Это последний день перед смертью Моше Рабейну. И он говорит свою последнюю речь народу Израиля. И он в ней говорит так, что от имени Всевышнего, что когда я приведу вас на землю, о которой я поклялся вашим отцам, землю, текущую молоком и медом, и вы будете кушать и насыщаться, и вы дашан, тучнеете, да, дашан это как, ну, то есть вы потучнеете, у вас все появится, деньги появятся, все появится, у панели Элоим Ахрим, и повернетесь вы к другим богам, и вавадум, и начнете им служить, вы не отцу, не начнете меня гневать, говорит Бог, вы афер эт брити, и нарушите вы мой завет. Представляете, это Моше Рабейну говорит последнее наставление. Он говорит, и знаю я, и знает Бог, что будет так, что как только у вас все хорошо, вы тут же начинаете служить другим богам. Это могут быть самый главный бог, которому начинает служить человек, это его эго. Его эго – это я. Я сделал все это, я самый великий. Это самый главный идол, которому человек служит. Но есть еще и другие разные идолы от разных измов, коммунизмы, социализмы, нацизмы и так далее, до служения деньгам. И, ну, то есть человек он забывает о Творце Мироздания, который ему все это дал. Как только у него есть что-то, он почему-то думает, что это что-то, оно ему пришло не от Бога, а по каким-то другим причинам. И в этот момент он начинает гневать Всевышнего. И как говорил царь Соломон в Мишле, «Лифней шевер гаон» – «перед крушением вознесения». И, значит, это происходит и в жизни происходило еврейского народа, в жизни отдельных государств, людей и так далее. И дальше написано следующий отрывок. «Ваая титимцена ото раот работ». И тогда, как найдут его множество раот, злоключений, значит, вецарот и беды, значит, то тогда… «Ваанта ашера азот лефанав». И встанет эта песня перед ним. Это песня, которая Тора, да? Песня перед ним. «Килотишках мипизаро». Потому что никогда не забудется Тора из у потомства. У потомства. «Ти ядати ти яцро ашер уаса айом бетерам авиена эляарац ашер нишбати». Значит, и будет эта песня свидетельством, она не забудется в устах потомства его, ибо знаю я его побуждение, и, значит, то, что он делает ныне, прежде чем я привел его на землю, которой я клялся. Значит, и Моше Рабейну, и Всевышний знали
суть людей. Моше Рабейну знал от Всевышнего, а Всевышний он творец мироздания, который знает сущность человека, знает его, он его создал, это проект, он его таким создал. Это еще от первого человека мы знаем, что человек, когда ему Бог дал все и сказал «это не делай», он именно то, что Бог сказал ему не делать, он это сделал. И это как бы сущность людей, когда все хорошо, когда у тебя все есть, в этот момент почему-то отходить от Всевышнего и все. «Ваихтов Моше» — это Шира Азот. «И записал Моше песню эту в этот день и научил ей этой песне сынов Израиля». «Ваицав это Йошуа бен Нун» — дал он наказ Йошуа бен Нуну, своему ученику. «Хазак ваэмец» — он ему говорит, «будь сильным и крепись». «Будь сильным и крепись». «Тиата тавиет бне Исраэль элярец ашер нишбателаем», что ты заведешь сынов Израиля в землю, которую Бог поклялся им. Значит, «Ванухи и Еймах». И Бог это, Моше Рабейну передает от Бога, что «я буду с тобой». То есть он ему дал наказ. «Ваей кеколот Моше лихтов». И было, когда закончил он писать «эт деврея Тора азот», когда закончил он писать слова Тора эти, «аль сефер ат тумам». И записал он это в книгу до конца. То есть Моше Рабейну перед смертью записал свиток Торы, вложил его туда же, где были скрижали в Ковчег Завета. Мы еще дальше будем читать об этом. Последнее, что я хотел сегодня сказать, это разница между скрижалями и свитком Торы. Там были скрижали, каменные скрижали, на которых выбиты были 10 заповедей. Когда буквы выбиты на камне, внутри на камне, то они становятся частью камня. Они не являются чем-то от камня отдельным, они внутри камня. Да? То есть буквы и камень – это одно и то же. Буквы, которые выбиты на камне. Понятно, да, идея? Не написаны, а именно как раньше – вот так вот их выбивали на камни, они внутри камня, так, да? И они часть камня, они не отдельные от камня. То есть ты смотришь на камень и видишь буквы. А свиток Торы написан чернилами на пергаменте. И пергамент и чернила – это разные вещи, можно их стереть. А буквы на камне ты стереть не можешь, они часть камня, они суть камня. Вот точно так же Тора, она бывает для человека, у него есть его какое-то внутреннее, то, что выбито в его подсознании, в его мышлении, и он читает Тору, слушает уроки, но это как на пергаменте, и у него это все сносится очень быстро. А вот если это выбито на нем, да, как вот теперь я понимаю, первый путь раскаяния, это то, что делал Авраам, что значит быть тамим, тие машем элокеха, тамим это, чтобы у тебя слова Торы, и вера в Бога были выбиты, это суть твоего, сущность твоя, да, сущность твоего мышления, что моя душа часть Всевышнего, что Всевышний творец мироздания, что Бог, он хозяин мира, что вся эта реальность его. И когда это выбито во мне внутри, мне не надо это думать, мне не надо это вспоминать, мне даже не надо в это верить, потому что это аксиома, которая является моей сутью. Вот это вот первый путь к соединению с Богом, то есть главные, основные идеи Торы, да, это что Бог создатель, творец, хозяин мироздания. Если это как бы выбить, и нет ничего кроме него, это дает совершенно другой способ жизни, совершенно другой способ жизни, к которому нужно стремиться, соединиться со Всевышним максимально, и это счастье, отсутствие волнений, страданий, переживаний, это такое вот просто, это то, что называют где-то там на Востоке Сатори, да, они называют это просветление. Вот это настоящее просветление. Понять, что Бог, он царь, Бог творец мироздания. Ашем Ая, Ашем Ове, Ашем Ие, Бетифара. Значит, и Бог был, есть и будет. И тот, кто чувствует свое соединение с ним, он тоже был, есть и будет. И ничего не меняется, если тело его исчезает, появляется, что-то с ним происходит. Есть все, есть только Всевышний. Все, удачи, успехов, чтобы Всевышний дал вам, дал, чтобы было все хорошо, знаете, вот просто, чтобы было все хорошо, спокойно, и вера в Бога, что соединение с Богом – это высшая степень хорошо. То есть желают обычно, чтобы Бог выполнил твои желания, но есть в этом случае, есть ты, есть твои желания, и есть Бог, который выполняет. Но сейчас я желаю, чтобы вы соединились со Всевышним, и чтобы его желание стало вашим желанием, и тогда ваше желание станет его желанием, и в этом соединении будет только наполненность такая прям невероятная. Шлемут. Шлемут — это как
совершенства. И главное, чтобы был шалом, потому что когда преступники и сумасшедшие, они уничтожают мир и делают так, что мир на грани катастрофы, это ужасно, это просто жуть и страх, когда один человек ради своей идеи уничтожает мир, это просто страшно. И мы, ну, просто наблюдаем сейчас за тем, что происходит. Просто, конечно, давайте молиться все, чтобы быстрее наступил мир, чтобы не было войны, чтобы война моментально закончилась. Не раздувалась дальше, дальше и дальше, а именно, чтобы она просто завершилась максимально. Вот прям максимально быстро. И у Всевышнего есть, сейчас это может сделать только Всевышний, потому что то, как оно все продолжается, то нужна какая-то от Всевышнего радикальная мера, чудо, чтобы разжигатели войны исчезли из этого мира. Потому что люди не хотят воевать. То есть, ну, не хотят люди умирать, это факт. Умирать не хотят, убивать не хотят. То есть, не хотят, не надо. Все, счастливо всем, шаббат шалам. Чтобы был хороший шаббат.